Всем привет, ребят, сегодня с вами я, Лимонбой, и сегодня мы играем хоррор перед сном, и это Клоун Оно. И с Кирой мы играем. Всем привет. Да, ну что, ты готова нажать старт? Да. Раз, два, три. А вы поддержите, ребята, лайком и подпиской. Страшно. Страшно, страшно. Очень страшно. Темноты боишься? Я вообще ничего не вижу. А я просто тебя вижу, как я в тебе стою. Вот как... А, вот, что это такое? Мне уже стрёмно. Это очень страшно, реально. Ищи кнопку. Ай! Ой, извиняй. Я не знаю вообще, что мне искать. Дима, ты что нажал? Я на плиту какую-то стал. Может попрыгать как-то? Я не знаю. Мне стрёмно. Мне если сейчас не выскочит с под угла. Сейчас. Что делать? Можно... Дима, ты мне уже столько жизни снял. Сейчас, подожди. Короче, будем ждать. Короче, вот где-то мы появились. Канализации. Ну, канализации. Канализации. Стой, подожди меня. Да подожди, я не могу залезть. Страшно. Какие-то стульчики, чьи ящики. Стой, подожди. Я на бочку села, че шо я с ней сделала? Я тоже. Нет, ты... Крыс! Мама родная! Не испугалась. Крыса ки. Что делать? Я без понятия. Я не могу ее бить. Я на паутине застрял. Ай, больно. Крысы бьются! Конечно, мы не можем бить. Я наверх залез. Дима, он за он, тобой. Он карабкаться не тобой, может. Он за тобой. Он за тобой. Отвлеки как-то его. Он смотрит на меня. Надеюсь, он по лестницам не умеет лазить. Я его могу бить. Я тоже. Ай, я в какой... Блин, я пощёл в жопу. Я в яд какой-то прыгнула. Где он? Ты где? Крысы! Меня убивают. Отстань. Отстань, пожалуйста. Ты понимаешь меня или нет? Так что это такое? Меня кто-то бьет. Я посмотрела, где я. А ну, если я уберу факел, станет темно? Нет. Где ты вообще? Сейчас я к тебе приду. Я знаю, откуда я пришла. Я шла вот по этому туннелю. Там есть. Отвлеки, пожалуйста, его. Как я его отвлеку? Он полностью на тебе. Беги. Или убей. Бить как-то его. Он очень страшный. Все, беги. Залезь ко мне лучше. Короче, на счет раз, два, три. Спускаемся и бежим, хорошо? Хорошо. Раз, два, три. Ай. Он меня сейчас... Я знаю место, где он меня не трогает. Я какую-то канализацию изобрел. Идут крысы. Я знаю, где ты. Я в воде спрятался, в канализации. Ты не в воде, ты в яде, где я была. Не, я в воде. Ты в яде, посмотри. Ну это канализационная вода, она ядовитая, понятное дело. Я знаю, где ты. Ой, оно! Отстань. А можешь вылезти? Я спрятался от него. В смысле, он сейчас перед тобой просто стоит? Он просто ходит. Он только что мимо меня просто прошел. Вот он. Дима, мне страшно. Я плаваю вообще по канализации. А ты поплыл уже?
Я поплыл куда-то. Я к тебе сейчас поплыву. Потому что я с ним не хочу. У меня тут вообще темно. Я поплыла к тебе. Он тоже плывет. Он плыть умеет? Дима. Он возле меня! В сраку пошел! Пошел в сраку! Пошел в сраку! Ай, ой! Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Канализация дебильно болит! Здесь невозможно выжить. Крысы! Ах, вы патюки! 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 Пошел в жопу! Пошел в жопу! Пошел в жопу, я с тобой не общаюсь. Пошел в жопу. Дима! Пошел в жопу. Да ты можешь уже на меня посмотреть, хотя бы. Я все, я... Ты куда ушел? В воде. Брат, ты грей. Я уплыл. Брат, иди сюда. О, тут светло стало. Брат. Когда я факел взял, светло стало. Конечно, ты думал. Да блин! Да блин, а! Где он плывет? Он умеет телепортироваться, походу. Дима, можно нам с канализации этой вылезти? На меня просто стадо мышей напало. Ой-ой-ой-ой-ой. Мать его, отстань от меня. Он резко появился. Вон он. Нам нужно спрятаться в канализации. Нужно спрятаться просто в канализацию. Нужно просто под водой спрятаться и все. Я сейчас сдохну, походу. Попробуй выбрать. Я не знаю, чего сдыхаю. Мыши прям под домом. А, мне тоже. Мыши телепортируются. Матерь Божья. Слышь, тут мыши могут телепортироваться. Да пошел. Я слышу Дима, этого. Дима, я по кругу за тобой. Я слышу этого урода где-то рядом. Я по кругу за тобой бегаю. Ты нормальный. Там мы... Эти мыши меня уже... Все, мыши мы, наверное, достанут. Ха-ха-ха. Они могут по лианам лазить. Они везде. Я на лианах хилюсь. Все, вы меня не достанете никогда, мышь. Короче, я... Можешь идти на мой ник? Спрятался я. Это просто что-то с чем-то. Я не знаю. Этот вот, блин, нас преследует. Что это вообще за урод? Смотри просто. Мышь. Это что, мышный рай? Чи как это называется? Или как это вообще называется? Стой, я вот тут налезу. Блин. Ёперный. Ты не забывай, он может по воде плавать. Я знаю, что он может. Он еще телепортироваться может, не знаю. Да. Эти мышаки мне уже достали. Я просто их пытаюсь. Клоун здесь! Он смотрит на меня, смотри. Ай! Он смотрит мышаки на меня. Мышаки меня съели! Да отстаньте от меня, ты крысы поганые! Ай! Слышь, меня мыши убили. Вон он! Он прям стоит возле меня. Дим, давай просто вот тут вылезем. Ай, ай, ой, ой-ой-ой! Какой-то он стрёмный сильно. И там мы не можем играть. Он тут должен где-то появиться, я чувствую. Да, тут он должен появиться. Он телепортируется. Да. А ну скажешь, когда он телепортируется. Тут есть место, кстати, где от него нужно спрятаться.
И мыши за мной, и он за мной. А, еще один проход. Клетки какие-то, трупов хотя бы нету, нет. Здесь нет. Я что, могу бочки спрятаться? Я могу бочки спрятаться. Бочки? Можно? Да. Я думаю... Как когда съедаешь бочку, ты прячешься. Что, что хотя бы факелы нам выдали, а тут и мыши не достают. Нужно как-то его вытравить и убить. Блин, а как это сделать? Интересно. Какую-то канализацию тут видел. Хотя бы он не телепортировался ко мне. Он телепортнулся! Ко мне! Отстань. Ты мне ничего не сделал. Я просто плыву. Отстань. Блин, мне это пить в этот... Я не могу бежать, меня мыши переследуют. Сначала была одна мышь, потом две, потом миллиард. Что меня бьет? Где он? Я где-то, непонятно где. Главное, чтобы он не телепортировался ко мне. Я, короче, спрячусь в бочке. Ой, блин. Да как? Я в бочку залез. Это мыши это? Ты в бочку? Я тоже. Все. Меня он не достанет. Ждем, пока он сюда прибудет. Интересно, бочка нас спасет или нет? Что-то мелькает, что нас бочка не спасет. А я залез в бочку. Лучше я советую тебе не отходить далеко. Откуда? Ну да, лучше не отходить, меня мыши уже убивают. Паутина. Приветики. Мы с вами еще не играли, да, мыши? Он меня видит. Ай, мыши. Понятно, ты просто сидишь. Он. Ты просто сидишь на бочке. О, Дима. Здесь не выживем. Мы здесь не выживем. Вон тут. Он убьет нас. Дима, он к тебе приближается. Нет!